У нас в соответствии с законодательством все обращения, жалобы, предшествующие день голосования, которые рассматривались уже вчера, допоздна, было всего 11 обращений, они все рассмотрены, ответы даны. На сегодняшний день пока вот обращения такие только устные, больше поступает у нас справочного характера. Были обращения, что по нормативам технологические оборудования указаны было, они выездом на место тут же проверено, действительно соответствует нормативу, где были нарушения какие-то, они все устранены. Также было одно обращение там по виде камеры, что не все фиксируется. Обращение тут же оперативно обрабатывается специалистами Ростелекома и членами участковой избирательной комиссии приводит в соответствие. Каких-либо действий, грубых нарушений на действия участковой избирательной комиссии и на бездействие не поступало.